Самые яркие события и новости Орска прошлых лет смотрите далее. Самая низкая температура по всем ГОСТам и СанПинам на лестничной клетке – 16-18 градусов. Идем далее по плану схеме. В жилых помещениях, то есть в спальне и зале, норматив 20-22 градуса. На кухне и в туалете норма 19-21 градус. В ванной комнате должна быть температура 24-26. То есть вот у нас, если совмещенный санузел, то там 24-26 совмещенный. Если это отдельная ванна 24-26, а если просто отдельный санузел 19-21. А если вам кажется, что градус ниже, необходимо обращаться за помощью. Если вы живете в Октябрьском районе, то звонить в претензионный отдел по телефону 21 27 54 и 25 07 56. Если же вы живете в Ленинском или Советском районе, необходимо обращаться в свой ЖКС или напрямую в управляющую компанию. Телефон приемный 23 29 12. Телефон приемный Советской управляющей компании 44 04 04. Если температура не соответствует и настолько много, что непорядок, да, люди чувствуют себя некомфортно. Скажем так, в жилой комнате 20-22, а мы намерили 16. Это уже плохо. Мы спускаемся в подвал и смотрим элеваторный узел в первую очередь. Как нам сообщила начальник ПТО, после замера температуры необходимо разобраться с элеваторным узлом. Если только у нас, скажем так, с нашей стороны все сделано, да, и температура в квартире все равно низкая, то есть, все параметры выдержаны, на доме все нормально, а температура в квартире низкая, то тогда мы даем советы людям утеплять свои помещения жилые, то есть окна утеплять, двери утеплять. А в каждом случае разбираются отдельно. Зимой действительно главнее всего погода в доме. Татьяна Лакеева, Николай Исаев, Бюро ТВ-проектов.